Итак, друзья, мы на Родосе, прошли таможню, все хорошо. Сейчас идем получать машину. Взяли машину, едем в Родос вообще без карты, можно сказать. Навигатор Waze еще не пробовали включать, Google Play. Google Maps нам вообще ничего не дал, говорит офлайн. В общем, интернета нету. Едем с помощью пантомима, который получили от сотрудника Родос Карс. То есть сюда налево, сюда направо, а там прямо. В общем, попробуем разобраться. Отель нашли, разобрались, даже пару раз окунулись в бассейне. Сейчас хотим куда-нибудь съездить, погулять, покушать, посмотреть. Пешком завтра будем гулять по городу. Посмотрите на эту большую деревню. Вот, кстати, наша малышка, которую мы взяли. Компания Родос Кар. Нам ее посоветовали в интернете. То есть в Ютубе на самом деле много сюжетов про Родос, про Грецию. И все советуют именно, если на Родосе, то путешествовать на автомобиле с помощью компании Родос Карс. Примечательная особенность то, что Родос Карс не блокирует деньги на карте, в отличие от других международных. Все, мы поехали. По дороге нам встретилась небольшая пещера, в которой находилась церковь Архангела Михаила. В дальнейшем мы стали обращать внимание, что очень часто и много встречаются вдоль дорог небольшие церквушки, небольшие часовни для христиан. Говорят то, что вдали от туристических зон чек в ресторане как минимум в полтора раза меньше. Посмотрим. Сегодня мы заехали чисто по рекомендации из ролика в Ютубе. Смотрели перед отъездом. Парень рекомендовал вот этот ресторанчик, который сзади меня вывеска висит. Это магазин, рыбный магазин и ресторан при нем. Здесь можно и приготовить сразу ту рыбу, которая еще живая. То есть будешь кушать и помнить его, какой он был. Бодрый и веселый. Вот. А сегодня у нас на ужин греческий салат, жареные креветки, рыба и картошечка. А еще местный соус, картошечка с чесночком. Местный? Да. А, чисто греческий? Да. То есть 34 евро за все. А, еще два кофе и сок. Все, всем приятного аппетита.